Полтора миллиона фиолетового лайффорса, почти 3000 фосилей в жертву. Я записывал этот видос достаточно давно. Цены на фосили сейчас поменялись, причем в лучшую сторону. Можете их сравнить, я в конце видео по всем ценам на фосили прошелся. Например, самый прибыльный фосил – это Perfect Fossil. В момент записи видео он стоил 8 к 1 дивану, сейчас он 7 к 1. По времени весь обмен занял примерно час. Почему я делю на 10 стаки? Потому что некоторые фосили имеют вот максимальный размер 10. Кто-то где-то по 20, где-то по 10, максимальный стак фосилей. И лучше по 10 все поделить. Здесь я решил убрать из полоси рейтед фосили, потому что они недорогие, но расходуют много жертвенных фосилей для обмена. И мне просто лень было закупать больше фосилей. Поэтому я их тоже принял в жертву. Ну а так, смотрите сами по ценам, добавляйте полнужные вам фосили, в принципе. Как вы видите, можно окупиться только с одних перфект фосилей. Затраты 200 диванов, прибыль 280 диванов. Чистая прибыль, как несложно догадаться, 80 диванов. По поводу того, как все это настроить, я оставлю ссылочку на видеогайд в описании к этому видео. На этом все, как обычно, подписки, лайки, комментарии и все такое. Смотрите другие видео и шорты, залетайте в Discord. С праздниками и всем подкруточки в крафте.